сразу три спортсменки из Анапы добились успеха на первенстве Европы по боксу, которое проходило в столице Болгарии, Софии. В турнире участвовали девушки в возрасте до 16 лет. Золотых медалей в своих весовых категориях удостоены Карина Коробова и Надежда Голубева. Обе – воспитанницы тренера детско-юношеской спортивной школы номер 6 Марины Голубевой. Серебряную награду завоевала Анастасия Демурчан из третьей спортшколы, ее наставник Евгений Пешко. Кроме того, Карина Коробова получила кубок «Лучший боксер первенства».